Ребята, всем привет! У меня цей раз новая дорожка в поезде. То, что я приехал, предыдущий ролик еще ее пока не выложил. Приехал до Скапаней. Скапаней, да. Сегодня в обед то выгрузился, там один груз загрузили, а потом трапився кругорейс. От, сейчас я еду по... А угадайте, по какой я трассе еду? Можете писать комментарии внизу под видео. Мне будет интересно. Кто-то узнает, по какой я сейчас на данный момент еду трассе. Ну, нормальный фракт по этому кругорейсу. Получается, вот, я ее сейчас привожу, там везу картона такая бумага, типа, ну что, готова как бы ящик это бумажный делать. Вот, там 6 подонов у меня. Их выгружаю там на заводе, и потом что-то обратно мне грузят и обратно на Киев, там же на то самое место, где я грузился. Так что кругорейс их хорошенький. Правда, дома сьогодні я не був. Так попало, считай, поки вигрузили. Тоді отож одна загрузочка попалася і загрузив. От. А це, виходить, друга. Завтра вигружу. Опять, як говориться, по накатаной. Опять поїду на Одесу. Вот такая вот тут, ребята, красота, где я еду зараз. Так что будет интересно, кто узнает, по какой це дорозі я еду. Пишите комментарии.